por cima. Оно крепится как-то, че? Ну, по идее, да, но... Ты так просто ставишь, да? Да. Там, в принципе, была камера. Немного умею пользоваться. А ты вообще в каком ракурсе постоянно снимаешь? Ну, менять их нужно. Ну, постоянно разный, да? Ну, смотри, вот здесь можно полностью отдаляться. Ну, да. А там по максималочке, ну, да, приближать, да? Ну, чтобы отсюда 5-6 было видно. Я понял. Да. Ну, чтобы было понятно, да? Ну, там классно модель. Того, кто забил. Я понял, да, я так и сделал. Ну, я, в принципе, играю на этом, на универе, понял? Я видел, как снимают. Ты не играешь нигде? Нет. А вот это когда голы забивают, табло снимают, тут нельзя снять. Ну, не видно просто. Не снимай, да, табло, получается? Ну, я понял. Вова, снимем. Ой, здорово. Видно, давай. Да, вот, ты работаешь тут вообще? Вот? Да. Нравится, да, тебе? Ну, удобно просто. Ты студент, да? Да, в принципе, нормально. Сам будет идти, Миша, сам. Тоже знаешь, что делать? Потом ты! Бля, что ведь? Если бы он его пропал!
А мы вообще можем разговаривать, да? Или нет? С тобой вообще заможем при съемке? Ничего не будет? Ну, а так сейчас мы с тобой можем разговаривать, да? Сейчас? Да. Ты можешь вот так вот поднимать, Да. Тема вообще так взять, да, за это ты все. Там так же. Да. Останови время, я скажу, что там слышно. Тебе нравится, да, короче, просто такое, да? Ну да, когда там. Поскольку ты активно снимаешь? Много? Ну, по-разному. Бывало, если каждый день снимал. Ну, там, ну, это, видели там по 4 игры на память. Ага. И по одной на и там, ага. На конец целый день. Я понял. Завтра будет целый день снимать. Завтра что? Завтра будет целый день снимать в парке. Да? А мне завтра Лена сказала ехать на этот, сюда, две игры снять. Надо будет тут. А, не, воскресенье. А. Ты камеру поставить, она сказала. Прошу еще раз? Камеру поставить. Не, она сказала завтра свою, куда там свою даст. Она сказала, на пионер подъехать мне. Она сказала, с тобой сегодня только поснимать. Прямо. Да, вроде. А что если такие случаи? Ну, тут ломался статью. Вы, блядь, подорпадал на эту статью. И что было? Ничего не было? Да. Тебя не штрафовали, ничего, да? Не. Лишний навык. Ну да, в принципе, что ты можешь сделать. А что вообще за по штрафам, за что штрафуют? То, что гол не снимаешь, то, что опаздываешь. Видите, давайте, ну. А где ты учишься? За карточки? За МК, да, каркашки снимаешь, красный, желтый. А, я понял. Ну, я понял. Ну, основное, короче, не пропускать надо, да, и все. А зарплата что там, Лена говорила, типа 40 рублей, да, будет выше? Повысили, да? Нормально. Повысили, да, все-таки? Потом там говорила, типа, что-то. Непонятно. Это что, как Куба Харькова. В смысле, только Куба Харькова? А? В смысле, только Куба Харькова? Ну, там повысили зарплату. Там если Куба Харькова, Куба Универа. А, ну Универа не повысили, да? По-моему, не начали. Я понял. А камеру как, дают, типа, лично тебе? Вот тебе дали камеру, да, все, ты с ней постоянно, да? Не-не. Нет? Я просто вчера снимал эту камеру. Сам пойдет, сам пойдет. Так я забираю, да, в принципе? Ну, может, тебе приносят там нахаляющие. Где? На пионере. А, я понял. Ему уже отдал. Ну, там вроде как работает. Типа ты после парка подснял, да, пошел на пионер, дал камеру, да? Ну, и нам там можно оставлять в парке. Я понял, Здорово, Мишенька, А сколько вообще получается у тебя по зарплате там, в месяц, например? По-разному. По-разному? Она же неделю не платит. То в неделю сколько выходит в основном там? Здорово, Вова, что ну, такая, не напряжная. Хорошая. Не напряжная, то... Винтерсов. Ну, нормально. Нормально. Если обрабатывать, если выкладывать в интернет. Ты обрабатываешь или нет? Нет. Чего? Начать. А сколько это платишь? 15 гривен. Ну, так нормально. А заливаешь на это? Да? И сколько? А за это тоже платишь, да? За 15 гривен, а обрабатывать 1000. Долго заливается на это все? Нет, А ты в общежитии, да, живешь? А где ты учишься, кому? В Бикетово. А, Бикетово? Я тоже Бикетово учусь. Да? На 5-м он поступил, на магистратуру. Yeah. А ты на каком? На 4-м. 4-м? На каком факультете? Строительный. Строительный? Градостроительный, да? А я на этом. Электроснабжение, я понял. Ну, на Бикетово снимаем тоже. А, ну да. Я тебя, по-моему, видел даже. Ты этой зимой не снимал у Бикетова?
Не? Я снимал везде. По-моему, я видел даже зимой, когда играл. Я тебя видел, по-моему, даже. Лицо знакомое просто. На бикета очень неудобно снимать. Да? А, он там что-то это шведская стенка, да? Да. Это да. Удобные места — это Пионер, потом Локомотив. А там же вообще выставка на Локомотиве, да? Да, там шикарно просто сидеть. Еще когда стулья наносишь, стулья, кто-то там взрывал. Саша справа, Саня! Так, высоко хорошо сидит. Потом Унифех. На Унифехте тоже? А, на Каразе? И потом парк такой, Мурея. Зимой же Динамо будет, наверное. Иди давай! А что на Динамо там залы? На Динамо что там залы? Ну да, там залы. А, вот тут плохой типа. Ну да, маленький. А ты сам не футболист? Не? Понял. А много людей вообще работает это как? Операторов? Четвертый. Четвертый? Да. И что, все успеваете отснять? Ну, она же там двое, Лена и Люда. Ага. И у Люды там тоже много еще есть. Я понял. Миша, твой. Ну вот летом, по-моему, трое работали. Не хватало, да, всех? Да. Ну, вы много, походу, снимали, да? Ну, пацан, месяц, чтобы 4 заработать. О, нормально. Витя, давай. Игра, снимай. Камера такая неплохая, да? Камера. Средняя, да? Да. Есть такая плохая, но там как-то... Она вот здесь снимает, да? Че нет? Камера. Да. Там есть такая черная побольше. Короче, нормально, да, работа? Угу. Ты, главное, Лену слушай внимательно, что спрашивай. Она такая невнимательная бывает. Да? Да, она бывает. Работает, все ты понял? Ну... Не соображает чуть-чуть. Нужно переспрашивать, то что нет. Я понял. Зарплаты тоже бывает, ну... Не доплатит, бывает переплатит. А, ну за это наследить, короче, да, я понял. Предупреждаешь. А она платит, да, зарплату? Да. Витя, давай, Витя, давай, тяну. Здорово, надо. А зимой как, не напряжно? Зимой. Так зимой в залах только снимаем. Зимой только залы? Да. Нету этих турниров зимой, да? Есть, только в залах. Отлично. Я снимаю на Динамо, на Локомотиве. Паркаш тоже в залы переходит, да, зимой? Я забыл, Паркаш тоже, да, не играет зимой? А карточку надо или нет? Ты как, Лена говорила, на свой YouTube-канал надо заливать, да, видео? Михаил, с ним. А потом как, делишься, типа... Здорово, я говорю! На сайт. Умница, мать! А, ну, нормально. Я понял. А чем ты с собой провод тащил? Удлинитель. С ним. Все время есть. А, потом не хватит, да? Здорово! Да. На час, по-моему, такой. Мячу! Ну да, час 9 минут еще написано. Хорош. Вообще-то на стулочке в углу сидишь, да? Здесь? Вот там, видишь, стулочка в углу, да? То там сидишь. Ой, Михалыч, вы там выиграете. Не знаю только, чем мы там не снимаем. Розетку.
Михайлович, сзади игрок, сзади твой. С ним, с ним, с ним. Здорово, Мишенька, умер. Михайлович, Михайлович, сзади игрок. Сзади игрок. С ним останься, Михайлович. Все, отлично. Давай, 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 Димочка. Быстрее только это делать, да? Горок, сзади! Ворота! Дай, дай! Давай, выскочит! Отлично! Отлично! Лицом, лицом, порнули, спросите, кто. Блять, на один набирать мне, раз. Здорово. Что, он попал сильно. Отлично. На заводчике или на этом? А? На заводчике? Не, я на дневном учусь. Все время на дневном. Меня заберут в армию, если не буду. На дневном, понял. Не могу. Ты же как раз искал такую работу, понял, чтоб не... Ну, чтобы свободный график более-менее был. Как раз то, что надо, да? По вечеру в основном работаешь, да? Да, да. Ну, отлично. Просто Алина бывает пишет там за день. Бывает, все, мне скажет, типа, на работу приедет. Ну, не планирует она вот. Я понял. То есть надо быть всегда готовым, да, короче? Я понял. День можешь не планировать, короче. Так особо. Отлично, ну, да, отлично. Да. А вы когда вот этот за какую команду играете? Это я играю в этом Мустанге, знаешь? Такой. Бело-красная форма такая. В 8-й лиге бегаю. Не, просто когда этот, я на них, я только знаю время. Через радари! Команд не знаю. Да, я понял. А вот смотри, когда ты видео укладываешь, как ты пишешь название? Там, ну, ты знаешь сайт? Ну да, Sportinform, да? Там просто время и расклад, когда я вижу. Я понял. Я понял, понял. Вообще отлично, мне нравится. Так, а вы присматриваете игры? Ты что? Игры сразу разыграли. Просматривал? Ну, пересматривать? Конечно, конечно, да. Мы сидим, у нас тренер есть, короче, Леос, не слышал? Наверное, никого не знаю. Алексей Люсенко. Здорово, Миша! Я только уже традиционный так. Ну, короче, он тренирует в вышке две команды. Класс вот этот, не слышал? Класс и Автошоп. Стройинвест. Ну, короче, хороший тренер, а то мы иногда сидим там, разбираем их. То сидим, разбегаемся, смотрим видео. Интересно. А достало этих комментаторов? Да, да, да. А че их убрали, кстати? Не знаю, честно. Ты не комментировал, че? Не, не, всем, 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 всем. Сам будет. Не. Мы получали по 100 гривен. Да? За матч? За игру. Ого. Ничего себе. Пойдем. Че их убрали? Наверное, дорого сильно, че что? Ну, они еще не комментировали, что подряд играют, а не выборочные. Ну да, какие-то центральные типа матчи, да? Ну, поеду. Я тоже, знаешь, типа могли бы... Там же какой-то необычный человек комментировал, какой-то там, типа... Не, это Юрий Иванович, тренер, какой-то. Знаешь, а фамилия как? По фамилии знаю, что-то. Ну, такой, ну, пожилой какой-то. Не, не знаю. Сзади игрок, Миша! Короче, здорово, да, Миша, могли бы тоже, знаешь, кого-то... найти, типа, обучить человека, да, чтобы комментировал и все. Зачем кого-то, какого-то там именитого? Это должен звать бессмысленно. С ним. О, отлично. Отлично, все. Наш. Кто? Главное будет усечь его.
Мы с мячом. Когда мы выиграли, так можно стоя так снимать, да? Не, я имею в виду, когда мы выиграли подряд. Ага. То с той стороны. А-а-а. Наушники, музыку слушаешь, да, еще? Я понял. А по телефону нельзя говорить, да? Не, ничего. Понял. То я знаю, что же я на видео ближе, смотрю. Ближе слышу, типа, по телефону говорить там. Наверное, Лена. Лена тоже снимает, да? Да, да. Может. А, ну, она, наверное, может. Там. Лена. И вот это, когда в парке, там нужно типа убираться. А, там холодно, да? Ну, там типа природа, да? Не, просто, ну, днем, типа, знаешь, жарко. Зря, горю, а вечером все проходит. Ну, да, да. Там бучек, и тоже, там лежат. Хорош, Серёжа, хорош. И перчатки тоже упали, когда типа, холодно было. А. Холодно. Говорю, вообще, говорю. Да, я живу на этом, на Индустриальной метро. Мне, кстати, сюда далековато ехать, конечно, напряжно. Я до метро на троллейбусе доехал, потом от метро еще до Стекляшки, от Стекляшки еще сюда. Далековато, мне тут, конечно, нежелательно сюда ездить. Не сильно удобно тут. Вова, твой, с ним, Вова. Здорово, а ты местный тебе? Я вообще не живу на Обосюда. Живешь там? Да. Я думал, ты вообще жить там. Ну, вообще живу на Обосюда. А вообще откуда ты? Спасская область. Что там, на родину ездишь? Я знаю. Да, мне там нормально. Нормально? Да. Вова, твой сзади. Я ближе к Харькову, чем к Луганску. А, ну отлично. Забежал! А какой у тебя специальность? Сейчас ты в футбол вообще не играешь, да? Я раньше играл, а сейчас как-то... В универе не бегал? Да. Не? У нас там, знаешь, по Диму может играть. Да, знаю, конечно. Да, я ж против... Ну, Дяка уже стоит за этот, за металлист же. Да, да. Синица, что он играет тоже. Я только уже не знал. А что если там в камеру попадут или что-то еще? Было у тебя такие случаи или нет за год? Какие-то случаи были? Нет? Я сидел в парке, понял, стенка вот эта, и мяч там попадал сильно. В будку, да? Да. Ты же в будке там сидишь, да, там типа? Там, короче, понял, с этой стороны еще шнуры типа трансляции. Пошел еще раз? Шнуры для трансляции там, короче, ага, есть. Ага. И они вылетели, короче, после удара. Ого, и что ты делал? Ничего, правда, не хорошо, чтобы ударил мячом на колени. А часто транслируешь это онлайн? Ну, всегда. Всегда? Да. Если все... есть, то нужно трансляцию. А где есть вообще? На парке, да, есть? Парк, Разина, Пионер. А, везде трансляция, да? Напряжно она включается или нет? Хорош! Никаких слов. Хорош, Лиган, хорош! Телефон может проверить, типа, трансляцию, можешь? А, не-не-не. А, ну, тогда просто подключаешь и ждешь там. Будет, понял. Когда на той половине надо максимально близко снимать, да? Или нет? Ну вот так вот нормально, например? Вот так? Вот так опускаем! Видите, да? Вот так, да? Вот так. Вот так, а если со стороны, то можно отдалять. Ну я понял, да. Они сюда идут. Логично. Здорово! Никого, сам! Подкаты можно? Без физики! Она минуту не останавливает, да? Нет. Как она вообще-то останавливает? Это, да? Да, да. Поверни просто пока на поле. Да.
номеры все такие, да? Одинаковые или разные? Ну, чуть разные есть. Да? Смотри, вот выше зарядка, ниже ты трансляция, вот этот ниже трансляция. Ага, я понял. Во всех такой принцип, да? Вверх да. Зарядка, не ставка, не, ну да? Там праздник, ну там оно по этому. Ну, я понял. Понятно, по открытию. Ага, я понял. Это скоро понятно, есть 5 минут. Ага, да. Быстро так время проходит. Да, нормально, да? Че, не? Не? Поначалу быстро. Да? Интересно поначалу, быстро, классно. А потом приедает, да? Да. Ну все равно это, блядь, не мешки разгружать. Да, нормально. Более мне как бы футбол нравится смотреть. А если еще какие-то матчи интересные, знаешь, типа бывают. Это типа... обычно финал. Так. Ну да. На финалы снимаешь или нет? Ставят? Да? Ну, кайфово вообще. Если он попал, вы потом дали полный желтый, это ошибка или нет? Нет. Я снимал на Каразине, по-моему, вышли его финал. О, когда давно? Так, по-моему, в апреле, по-моему. Ну там тупо вот это из Каразина, потом забит его финал. О, да, да. Жилстрой, наверное, играл, да? Жилстрой играл в финале, типа там. Не знаю. Выше, выше, вот! Здорово, Миша. А Лена сказала, как? Сначала типа неделю отработаю, и потом через неделю зарплату заплатят, да? Или как? Как там? Не знаешь, как это проходит? Ну, обычно по турам платят. По турам? Да. Я понял. Тура снимал, следующий начался, да, и все.